Что происходит-то вообще? На. Иди, иди, Итан. Все. Триптокаин не пил. Так, вон он там был. Джейсон! Вроде здесь где-то был шарик же этот. Так, тут нет. Джейсон! Блин, да где он? Так, точно не. Так, народ, свалите. Джейсон! Нормально они так падают. Ряд 18, ячейка номер 3. Эй, куда пошел? Так, первый, восьмой, девятый. Так, 19. Вот. Вот она. Открывай. Герой. А, он что, до сих пор коробку эту не открыл? Вставай, открывай. Оригами там, господи. А, нет.
Хорошая штука. Что еще? Оригами. Собственно, из нее стрелять нельзя, к сожалению. Ого. Вот эта развязочка, слушайте, интересно. Так, что тут еще есть? Флешка. Наверное, какая-то диктофонная запись или видео на телефоне. Спасите, папа. Он. Где ты? Мне холодно, папа. Папа. Ничего себе. А патрончики бы я проверил, вдруг холостые. Кровать, конечно. Там никто никогда не найдет, и никто там никогда не ищет. Так, мы возвращаемся к Норману. Зависимый полицейский от триптокаина. Убийца белый, возраст 30-45 лет. Действует обдуманно, очень методично планирует свои преступления. Он не питает личной ненависти к жертвам и, желая как бы обезличить их, залепляет им лица грязью. Зачем убивать, не испытывая личной ненависти? Жертва для него — это образ, символ. Похоже, фигурки оригами и орхидеи — это подарки, попытка загладить свою вину. Очень интересно. И что из этого следует? Я создаю психологический портрет убийцы, чтобы понять, кого мы ищем. Сделай вы это раньше, помощь ФБР могла бы не понадобиться. Продолжайте, Джейден. Затем я попытался определить область действия убийцы. Обычно первое убийство происходит рядом с домом, чтобы сбежать в безопасное место при любых осложнениях. Чем увереннее убийца, тем дальше он отходит от базы. Проведя анализ мест, из которых исчезали дети, я обозначил зону, в которой живет убийца. И какова же площадь этой зоны? Пока что 10 квадратных миль. Ха, круто. В этой зоне живет 1010 людей. Вы собираетесь допросить каждого? Агрессивно. Адрес убийцы мы так не узнаем, но это хоть что-то. Блейк, у вас есть план получше? Поделитесь. Смелее! Я весь внимание! Вот что привлекло мое внимание. Время от объявления жертвы в розыск до обнаружения тела составляет от 3 до 5 дней. Но в эти дни всегда выпадает около 6 дюймов осадков. Ну и что нам с того? Все жертвы тонут в дождевой воде. Убийца действует осенью, когда часто идет дождь. Он помещает их в какой-то колодец или бак под открытым небом, и его заливает дождь. И чем он сильнее, тем меньше шансов у жертвы выжить. И что же дальше? В установленной зоне есть 2 подозреваемых, подходящих под этот психологический портрет. Я хочу их допросить. Черт подери!
Мы теряем время на чушь. Убийца на свободе. Хорош сидеть на заднице. Надо найти его. Этот убийца необычный маньяк. Он очень умен, хитер и методичен. Просто так на улице его не поймать. Слушайте, агент Джейден, вы эти гениальные идеи применяли или прочитали про них в сраном учебнике? Набросится. А благодаря вашим гениальным идеям убито уже 8 мальчиков! Ты засранец! Все, хватит! Значит, жертвы погибают при 6 дюймах осадков. Сколько у нас есть времени? Если прогноз правильный, то меньше 3 суток. Так, а супер очки свои чего не одеваешь? С ноги. Ногой постучи. Время зря потеряли. Надо все же заглянуть, раз пришли. Там никого нет. Теперь есть. Я не уверен, что это законно. Нормально, нормально. Законно все. Зови полицию. Ой, красавцы. Похоже, Натаниэль Вильямс весьма религиозен. Богобоязненный кретин, дожидающийся конца света. Мы его недавно допрашивали, потому что он устроил в парке черти что. Он метался и вопил, что, мол, слышит голоса. Да еще выдумал, косел несчастный, что я антихрист, и явился на землю мучить его. Полный псих. Давайте помолимся. Так, что тут у нас? Так, стакан воды с солью. Просвирочка.